не обязан предъявить. Нет, я обязан, я могу я обязан представиться, я не обязан предъявлять. Предъявлять? Нет, не обязан. 31 статья, 54 закона. Вы закон о полиции читали? Вы... Я не Нет, обязан. 31 статья, 54 закона. Вы должны установить, что вы гражданин Российской Федерации. Не должны ничего ставить. И то, что вам ваши 18 лет. Видите, что мне будет больше. Но вы гражданин. Я могу представиться, я гражданин Российской Федерации. Пожалуйста, сворачивайте. Нет. Сворачивайте. Нет, я имею право проводить одиночный. Не-не-не, молодой человек. Не-не-не. Одиночий пьет разрешается. Документы я не обязан. За что забираете человека? Одиночный пьет. Имейте право. Одиночный пьет человека. Отпусти ученого. Отпусти ученого! Мы поддержите правильно один друг друга! Я его лично знаю! Я его знаю лично! И вы не распускайте руки! Они не имеют права требовать документы, но в каких-то их инструкциях, видимо, это написано, и они требуют документы, они говорят, что вот документы, а без документов вы не имеете права стоять в одиночном пикете, сверните плакат, а вдруг вы не гражданин России и так далее. Но вот они меня тащили в угол туда. И долго-долго ждали, пока придет какой-то начальник, который может пробить по базе. В конце концов, пробили по базе и им, так сказать, дали команду меня отпустить. Вот и все. То есть я не понимаю, кем я был, задержанным, не задержанным. Сегодня должен был быть митинг против закона, ну, пакета законов Яровой и Озерова. И этот митинг, ну, путем всяких незаконных манипуляций, вы это знаете, мэрия запретила. Ну, в результате, вот, я и там еще... Другие активисты решили выйти хотя бы с одиночными пикетами в разных местах Москвы, чтобы продемонстрировать свой протест против вот этого пакета законов.